Так, ребята, всем привет. Вы находитесь на канале Xanax Studios, и с вами я, Саша. В этом видео я решил, ну, это вообще мое первое такое видео на канале, сделать вообще такой небольшой обзор на что показали в трейлере Локи. Это сериал от Marvel Studios, который выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus мая 2021 года. Я решил, ну, вместе с вами вообще, так, ну, когда я поставлю, типа, трейлер включу, то буду, типа, ставить на паузу на некоторых моментах, мы будем с вами разбирать вообще, что показали в этом трейлере. Ну, сами предположим, кто будет злодеем, что вообще будет происходить, ну, потому что вообще в Marvel Studios они привыкли делать трейлеры к своим фильмам, что иногда в финальной версии фильма может быть вообще, ну, не может быть того, что показали в трейлере, потому что они могут, например, специально сделать сцены, показать в трейлере, и вы такие: «Вау, вообще там будет супер», такой: «О, прям вообще сцена такая классная», а ее в итоге в финальной версии не будет. Ну, я не знаю, вообще такой сериал Локи будет, и не знаю, и с Вандой Вижн, и с Соколом и Зимним Солдатом. Кстати, потом тоже сделал на это ролики. Ладно, сейчас будем с вами начинать. Так, поехали. Ну, здесь мы сразу видим, что это вообще сцена из фильма «Мстители. Финал», где-то из середины, где они начали путешествовать во времени. Типа, чтобы заполучить Тессеракт, это камень бесконечности, типа. Ну, сейчас тут видно, что Локи ведут. Ну, видно, что какие-то как наручники. И в маске от пандемии. Так, ну тут Тор, Старк. Так, сейчас тут, как мы знаем, ну, кто смотрел вообще «Мстители. Финал», то Человек-муравей сейчас, то есть Халк сейчас помешает, он с лифта выскочит, и Тессеракт попадет прямо в руки Локи, и он исчезнет куда-то в другую вселенную какую-то вообще. Ну, не вселенную, а этот, ой, в другое какое-то пространство переместится. Ладно, смотрим дальше. Говорят, Старк, этот, типа, здесь, как, ну, вообще фанат Марвел, кто знает, это задействован сейчас радужный мост, который перемещает. А тут сделали так, что как будто он взял этот Тессеракт и он, ну, переместился вот сейчас, вот что показывают. А мы же знаем, что когда используем этот камень пространства, то такая как образуется, не знаю, как туманность такая, темно такая, синяя, фиолетовая, и ты просто переходишь, например, из другого пространства в другое, никакого радужного моста для этого не надо. Поэтому тут реально так ролики делают, чтобы вот обмануть. Ну, это вообще. Зачем они это делают, я не знаю. Лучше показали все, как оно есть. Ну, как видим, он переместился. Он, кстати, маска лежит, его вся раздробленная на части. Это какая-то пустыня. Вот вижу, что его потрепало конкретно. Так, он очнулся. Ну, это тут сразу непонятно. Тут многие строили вообще теории, кто это вообще, то ли это, кто это вообще, Казахстан.
Непонятно. Ну, короче, какие-то люди, монголо-татары или кто это вообще, я честно не знаю. Можем только предполагать, но они, короче, его сейчас возьмут и куда-то отведут. Естественно, нам это не покажут. Он в шоке. Заставка Marvel Studios. Классная. Так, куда-то они... Так, какой-то лифт. You're taking me somewhere to kill me. Ты меня куда-то ведешь, чтобы убить? No, I'm taking you someplace to talk. Нет, я веду тебя куда-то, чтобы поговорить. Where I lie, I don't like to talk. Говорю, что я не люблю говорить. But you do like to lie, which you just did. Ну, говорит, что типа ты любишь лгать, что только что и сделал. Он, мы видим тут. Ой, на нем даже какой-то ошейник какой-то, не знаю, может он контролирует, не знаю, способности, что ли, Локи. Или типа просто как его цепляют, чтобы просто определить вообще, где ты находишься. Чтобы ты не сбежал из этой тюрьмы. Это вообще вот логотип у него на этой тюремной робе. Это, не помню, как Time. Time Variance Authority, по-моему, что-то такое, я не помню. По комиксам, ну, это типа тюрьма, которая контролируется, ну, вообще, путешествие во времени. Типа, если ты что-то там пропутешествовал куда-нибудь, там, в пространство, во времени, вообще в другое что-то, ну, тут такое вот сотворил, связанное со временем или пространством, то ты попадешь сюда вот. В руки Коуэну Уилсону. Кстати, он тут реально его так сделали, он, кстати, похож Говарда Старка, похоже. Чуть-чуть совсем этот нос. Специфически, не знаю, что у него это было, или операцию сделали. Во всех фильмах вообще с Оуэном Уилсоном у него такой был нос, вот в последних, может, что-то произошло. Какой-нибудь несчастный случай, такие-то у него такой документ в руках. Because we both know you love to talk. Он говорит, что типа мы оба знаем, что ты любишь говорить. Не говорить, а болтать вообще. Локи-токи, типа как Локи-токи, типа как Локи разговорчивый, все такое. How long have you been here? Как долго ты здесь? Он его сейчас спрашивает. I don't know, it's hard to say, you know, time passes differently here in the TVA. Говорит, типа, тяжело сказать, потому что время здесь вообще летит иначе на этой организации TVA. Он типа скажет, что это значит? Ты привыкнешь. Ну, здесь мы видим, наверное, люди из этой организации 100%, потому что они с какими-то, не знаю, что это, дубинка какая-то. Типа, что-то такое, они будут что-то такое сзади, как, не знаю, то ли какой-то доисторический век какой-то, потому что реально где-то там в каких-то костюмах. Пришли кого-то вот ловить, кто-то вот пропутешествовал во время пространства и за ним пришли. Вот еще раз надо посмотрим. Тут вообще как это похоже как на арена какая-то. Ну, вроде бы, типа, как вот как в цирке, типа вот сидячие места, типа такое, вот, может, не знаю, какая-то цирковая сфера, похоже. Какие-то как, ну, 100%, какие-то контрибуны, что-то такое. Интересно. Ладно, что дальше? Вот это вот вообще, все говорят, что типа, кто это, его здесь не показывают, и непонятно, кто это, злодей вообще. Абсолютно все думают, что это Доктор Дум. Ну, вы все знаете, который был владеем фантастической четверки в старых фильмах. Ну, я, конечно, не могу предполагать, но... Реально, блин, так скрывается идея, что вообще тут... Так, поджег бедную траву. Кто-то пытается убежать. А...
Вот реально, тут посмотреть, если... А нет, тут просто пальцы, да, думаю, просто получается, если был бы доктор Дум, то было бы сразу такое вот блестящее, такое вот на пальцах, типа он же весь типа железный такой, типа такое. Блин, даже если присмотришься, то мне даже если резко сделаешь и яркость на картинке, то все равно ты не поймешь, кто это. Вот, он, наверное, 100% пытался за какой-то штукой, чтобы ему помогла, наверное, уйти от этого злодея. Ну, потому что я, как бы, типа, не знаю, вот, он разбил эту, ну, все, трава, типа, загорелась, все, и он, и резко потом показывают его, что отползает. Ну, тоже могут сделать так, склеить вообще сцены, типа, может, вообще кто-то другой его тащит. Это реально вообще, ну, нафига так делать? Ладно, что дальше? Ну, ему не удалось эту штуку заполучить. Так, что у нас здесь? Так, это, наверное, 100%. Я, конечно, не могу говорить, но 90, по-моему, сцена из «Мстителей» 2012 года, да. Где Локи, типа, был, ну, вряд ли сюда, конечно, вернут Старка, и Старк тоже был в этой сцене. Но, мне кажется, вряд ли. Потому что у Marvel Studios на сериал Локи денег точно не хватит, чтобы позвать сюда опять Тони Старка. Ладно, ну это... Ну это точно та сцена, где когда он, где Старк там себе готовил коктейль какой-то, и он типа с ним беседовал с Локи, а потом тот Старк вызвал костюм, Локи его взял за шею и взял, выкинул в окно, а тот успел костюм вызвать, тот чуть костюм ударил Локи, тот чуть отлетел. Но Старк успел вызвать костюм. Glorious. Говорить по-честно, glorious. Так, ну его ведут, это как тогда, когда они ехали в лифту, в лифте. Так, это вот, ой. Ну, так, это вот 100%, эти такие были три, как они называются, какие-то статуи, которые, наверное, были, ну, типа, не знаю, может, какие-то как хранители, может, какие-то тут. Вообще, самое главное в этом, в этой всей организации, по крайней мере, были, потому что тут это обычные люди, тут какие-то как вообще, может, вообще, тут некоторые, один вообще на Халка похож. Но не 100% заправляли все эти организации. Раньше, до всех этих вот людей, охранников, его ведут, сейчас будут разбираться. Ну вот они опять. Конечно, тут так взяли ее так, не знаю, сняли так чуть снизу, как будто карлик смотрит на нее. Ну это привели, она сейчас будет тут решать, что с ним делать. Он смотрит с ужасным таким, с немного же жалостным видом. Ну, это же Локи. Ему, наверное, наверняка чуть-чуть стыдно за то, что он навытворял. Ну и вот они, эти статуи, которые вообще были, наверное, главными в этой всей среде. Ну, организация это TVA. Не помню. Кто вот это? А, не знаю, это Оуэн Уилсон, что ли? Которым с ним в лифте ехал, типа. Это вот 100%. 100% кадр из Тор Рагнарёк. В конце это было, где он там пошел на помощь к Тору. Это сцена из Мстителей показывают. 100% похож на Оуэна Уилсона. Они так, вот это вот, какой-то телевизор чей-то такой интересный, как они, получается, ничего вроде к Локи не подключено, как он так все показывает, интересно, получается, прямиком к сознанию или что, нам называется, кола, product placement, так, ладно, ну, это сцена из «Мстителей» 2012 года,
Он. Капитан Америка, Тор, Черная Вдова, Скальный Глаз, Халк, Железный Человек. Тут, если честно, сложно сказать, что кадр это, ну, сцена, в смысле, после того, как он показали ту, когда были Мстители на экране сейчас, и когда он отворачивается, мне кажется, это тут тоже монтажем, типа, взяли просто, ну, склеили кадры, мне кажется, это маловерно. Он вообще только стоит. Там он сидел, как будто он стоит. Локи. Так, опять это тут что-то, кто-то навытворял что-то. Потому что опять эти из организации пришли за... Вот все время тут в ролике, вот, и тюремный Робби, что он будет им помогать? Если честно, трудно вериться. Локи тяжело уговорить на какую-то работу, потому что он не привык что-либо за кого делать. Он вообще босс. Он главный. Ну ничего, сейчас посмотрим, что дальше. Локи помогает именно на 100%, он кого-то сдал. И бедный парень сейчас попадет в руки этим. Ну вот опять был этот злодей наш таинственный, так, в капюшоне, который тогда сжег бедную траву. Так, кто тут у нас? Что смотрит, не понимаю, что это. Супермаркете каком-то. Ну, супермаркете каком-то, ее, каком-то электроник. Он кто-то что-то вытворяет здесь. Он решил по камерам проверить, где тот, кто ему нужен. Так, что у нас здесь? Не знаю. То ли это какой-то, я не знаю, портал, что ли, какой-то. Локи пытается сюда выбраться сейчас, или он уже из портала это пришел, потому что, ну, какой-то он весь грязный, какой-то замацанный, запачканный. И он уже он прошествовал куда-то, куда его отправил этот дядька, и он хочет сбежать вообще отсюда, но у него не получается. У Локи. Так, это как церковь, что ли? Вообще тут сатана, вообще дьявол, но... Ничего себе, что-то передают. Не видно что, блин. Так, та была женщина, которая его тогда приветствовала, когда его привели, Локи. Она сейчас будет его атаковать. Он, видимо, тоже. Непонятно из-за чего. Будем строить. Так, что это такое у нас? Планета какая-то, что-то горит, фиолетовый фон какой-то, интересно. Вообще сцена, когда Танос Мститель на бесконечности перчаткой взял, притащил Луну, раздробил ее и на этом чуть-чуть похоже на Луну. Нафиг его знает, что они тут могут придумать. Но она двигается. Она падает. Падают. Так, здесь. Вообще, я думаю, при моем первоначальном вообще просмотре или что это, типа Черная Вдова, ну вряд ли вообще ее сюда бы взяли. Если честно, сложно сказать. Это же сериал, они вообще будут задействованы с их мультивселенных, вообще просто мультивселенная безумие, просто Доктор Стрэндж будет вытворять, наверное, всякое, ну ничего, но мне кажется, что эта Черная Вдова сидит и скучает вообще, мне кажется, ну, нет, вряд ли, это не Вормир, тоже эти кометы падают, где-то планета падала или Луна, так, 100%, так, пожарный. Тут разрушенная башня Мстителей. Как-то, не знаю, все разрушено. И вообще, похоже, как будто, я не знаю, вот этот вот сгусток земли, где
дома, что как будто вот он упал и просто упал вообще с неба. То ли это как событие из «Мстителей. Эра Альдрона», что ли, может, кому-то показали Локи, типа, этот... Типа, если он, может, или им не поможет, или, типа, это организация, или... Или, может, что Локи будет, типа... Или они ему могут показать, типа, что он... Типа, к чему может привести такая вот действие, все эти плохие, которые делает Локи, вот к этому, мне кажется, он потом изменится, встанет, типа, на нормальный путь. Потому что, мне кажется, вряд ли ему понравится все разрушенное. Ну, рубашки. Уже везде много в этой рубашке будет здесь. Если чуть же. Так. Нью-Йорк, что ли? Так, самолет, аэропорт. Понятно, какой. Какие-то машины старые. Сразу понятно, что что-то будет в прошлом. 100%. Тут вообще говорят, что может быть в этом сериале много версий Локи вообще. Не могут быть вообще и женская версия, и детская, и старая версия Локи вообще. Ну, тут нужно теории строить вообще много. Что-то будет происходить. Мне кажется, за ним тут приехала полиция. Что-то хочет разобраться, надо найти кого-то. Может, Локи что-то навытворял, а его засняли. Может, это... Камеры какие. Кто-то доложил, что он сделал, настучал. Ну и вот за ним пришли. Так. Что-то он посмотрел в окно. И типа заулыбался. Ну, может, ему та, которая там стояла, женщина в красном, она типа поможет. Может, он уже с ней договорился заранее. Типа, чтобы она что-то там сказала, что-то там нашептала полиции, чтобы они от него отстали. Так, ладно. Ну, опять это, как-то, не знаю уж. Опять кометы, астероиды падают на этой планете, где сидела и якобы Черная вдова. Ну, якобы, конечно, я не уверен. Так, что тут? Кратеры какие-то или что тут? Неизвестно даже, что это может быть. Так, Локи куда-то бежит. Наверное, к этой штуке, которая поможет ему отсюда сбежать. Поместить его куда-нибудь в безопасное место. Так, с кем-то дерется. Непонятки. Так, ну, это сцена 100%, когда смотрел тот этот в капюшоне, якобы злодей, когда он в камерах смотрел, 100%, вон, где виднеются эти, типа, где писала Electronics, 100% он тут следил за Локи, наверное, тут просто так сделали, что его тогда не было видно в камерах. 100% в том супермаркете битва происходит. Ну, нифига себе, как откидывает. Он говорит, брат. Так, что у нас здесь? Непонятно. Посмотрим еще раз. Ну, говорит, брат. А тут вообще как... О, тут еще забыли разобрать этот момент. Наверное, тоже что-то доисторическое, потому что, наверное, 100% вон... дядька на заднем плане. Ну, так как в такой вот штуке, так сказать, типа, ну, не в плаще, а в мантии, типа, как вот было раньше, во времена вот спартанцев, типа, такое, как вот было популярно, во времена вот Помпеи, может, это такое, наверное, больше из-за Локи, что ли, этот Везувий, что ли?
Извергнется, а? Будет извержение, что ли, вулкана из-за него, что он там навытворяет, что ли? Локи виноват. Будет это просто брушиться с чем-то, если Локи будет виноват в том, что произошло в Помпеи. Так, ладно. Он тут... Может, от нее хочет избавиться, женщина, или он с ней просто танцует? Вряд ли. Ну, тут где-то происходит непонятно где. Это, наверное, друзья уже будут того, которого он... Вот, какие-то... Тоже опять он... Рубашки в этой галстуке. С кем ты дерется? Да. Типа говорит, брат, когда я спущусь, когда я буду внизу, вот та женщина, которая стояла тогда у полиции, беседовала он ей. Подморгнет, она он улыбается, типа она знает его, наверное. You'd better be ready. Сказала, брат, когда я спущусь, и когда я упаду, вообще тут можно... перевести, как хочешь, типа, тебе лучше быть наготове, типа, тебе лучше приготовиться. Brother, when I'm down, you better be ready. А, 100%. Отсылка от Халка на этот, что было тогда, ой, как звали его. В Америке полетел самолет, и он потребовал выкуп, ну и он с него просто спрыгнул. Его до сих пор не нашла полиция вообще, где он вообще, и что здесь, что с деньгами вообще, неизвестно. С тем человеком, ладно. А, это я как бы сказал, типа, брат, я вниз, когда я спущусь, лучше бы не хочешь, типа, спрыгнет самолет, а? Ну, тут тоже... Получается, это 100%, вот когда появился этот, радужный мост, типа, этот, берёст. 100% было, когда в трейлере тогда, когда он взял тессеракт, переместился, когда вот открылся берёст, это 100% вот эта сцена. Когда пошёл, когда, типа, был взаимодействован берёст, это 100% вот эта сцена. Типа, как логотип меняется, ну, что, типа, могут быть разные версии Локи. Вот тут отсылочка. Была в комиксах, как, типа, голосуйте, типа, Локи-президенты. Вот тут у него даже измененный этот, его рога. Это, что это его, что ли, друганы, которыми он познакомился во всей этой... Во всем этом путешествии во времени и пространстве, что он тут вытворял, а? Come on. What did you expect? Он говорит, типа, да ладно, а чего вы ожидали? А чего ты ожидал, типа? А, тут непонятно, это не друзья, наверное, он переместился только что, они... Что непонятно. Тут они стоят, то они резко его... Come on! What did you expect? Непонятно здесь, честно, что... Ну и пишет эксклюзивно на Disney+. Plus. Original series streaming soon. Ну, вскоре тут уже понятно, что он будет... Говорили, что будет в мае 21-го. Да, потому что Сокол и Зимний солдат будет в марте 21 года, а Ванда Вижн в январе, по-моему, 15-го. Ну, надеюсь, вам понравился этот разбор, потому что мне, честно, понравился. Ну и моя реакция вообще на трейлер такая была классная, потому что реально он классный, он... в нем такие кадры, ну, реально крутые, потому что если посмотришь на... Ну, поставишь рядом в одном окне трейлер фильма какого-нибудь от Marvel Studios, и рядом поставить трейлер сериала Локи, то ты не скажешь вообще, ну ты не поймешь, где фильм, а где сериал, потому что сказали, типа, Marvel Studios, что будут давать на создание типа сериала, будут тратить, типа, большие деньги, будет огромный бюджет,
Не помню на одну серию сколько, но на один эпизод. Потом будет реально, ну, много буду тратить, и поэтому будет выглядеть реально как киношка классная под попкорн. Ну, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну и до встречи в следующем видео.